передать ключи? Да, конечно, да. Мне бы Владимира Владимировича Путина. Поставил человека, люди на него посмотрели, сказали, действительно годится. Посмотрел 20 человек за 4 месяца, 20 кандидатур. Собственно говоря, я посчитал себя вправе поговорить об этом. Не надо было вводить эту должность. И вообще, я бы сегодня генсеком сидел бы, ногами помахивал. Ну скажи дедушке, за кого голосовал-то? Я Путина!